мировое сообщество сейчас переключило свое внимание на Казахстан. И там есть жертвы, и там есть очень много погибших опять. Там пролилась кровь. Неважно, кто и как себя вел. Кровь пролита, она будет на руках нынешней власти. Оказаться в ситуации, когда народ его обвинял в кровопролитии, хотя это не его инструмент, это не он придумал. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Я считаю, это огромной политической ошибкой, она укнется на его исторической памяти, и она укнется в ближайшее время на следующих предстоящих выборах. Посмотрите, что может получиться. А для того, чтобы вот с таким реноме идти на выборы, он должен заранее понимать, что он их проиграет. А кто бы ни был кандидатом от оппозиции, от народа, он выиграет. Люди выйдут на площади защищать свои голоса. Что, опять призывать в ОДКБ? Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Но, в конце концов, он сделал свой выбор, а он сейчас президент, и ему отвечать. Оказаться в ситуации, когда народ его обвинял в кровопролитии, хотя это не его инструмент, это не он придумал. Этот человек довольно мужественный, и он продемонстрировал это в начале января 2022 года. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Очень жалко, что опять заплатил простой народ высокую цену своими жизнями. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Но это сильный лидер. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Но это сильный лидер. Они и пойдут на выборы, чтобы совместно с Токаевым изменить страну и построить новый Казахстан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.